Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня я вам представляю новинку из 13-го каталога. Это новая парфюмерная вода с высокой концентрацией аромата для мужчин, Essendent Intense. Очень красивая форма флакона, флакон такой тяжелый, чувствуется в руках такая мужественность. Объем аромата 75 миллилитров. Итак, этот аромат создал независимый парфюмер Жюльен Раскин. Он работал в крупных компаниях и даже создал собственную лабораторию и сотрудничал с очень крупными брендами, такими как Валентина и Фредерик Мал. Для Oriflame он создал восточно-пряный аромат. Верхние ноты — листья лимона, черный кардамон, красный апельсин. Ноты сердца — корица, мускатный шалфей и красная гуарана. Гуарана — это растение с максимальным содержанием кофеина, а ноты гуараны придают аромату энергичность, интенсивность и усиливают яркость центрального кардамона. А базовые ноты — это амбра, ладанная смола и кедр. Аромат очень стойкий. Его первые ноты, когда я слышу, мне они кажутся очень свежими и яркими. Далее аромат становится таким теплым, мягким, но в то же время энергичным. Аромат стойкий, и нам с Михаилом он очень понравился. Обратите внимание, если у вас есть бумажный каталог, то вы можете потереть специальную страничку парфюмерную, а если нет каталога, закажите пробник. Код пробника 38525. И, кстати, обращаю ваше внимание, что при заказе этого аромата в 13-м каталоге вы получаете в подарок гель-скраб для душа мужской, очень классный гель. Итак, мы ждем также и ваших отзывов. Кто попробует этот аромат, пишите в комментариях, насколько он вам понравился и кому бы вы его рекомендовали. А мне кажется, этот аромат подойдет как молодому мужчине, так и взрослому, как для повседневной носки, так и для деловой встречи. Поэтому встречаем новый аромат Essendent Intense.